Сегодня в Тюмени наградили лучшие сельские поселения области и владельцев личных подсобных хозяйств. Основные критерии оценки этого ежегодного конкурса – объемы реализации молока, мяса, овощей. Среди поселений не было равных Минжинскому Сладковского района. У нас есть небольшой населенный пункт, два небольших населенных пункта, где население до 100 человек. И почти в каждом дворе среднее поголовье – это 8-9 коров. Наверное, у людей заложено где-то там внутри, что если я сам не сделаю, мне никто за меня это не сделает. Добавлю, что небольшие хозяйства области производят половину объема сельхозпродукции региона. В Тюменской области более 170 тысяч ЛПХ. Примечательно, что среди 10 победителей трое из Старой Заимки Заводоуковского городского округа.